Доброе утро. Это долгожданный домашний вложик. Давно уже не было влогов. Много что поменялось. Одно неизменное. Есть какой-то усрачный котик в кадре. Кота все-таки решили назвать пельмень. Он, конечно, больше похож на чебурек, но все-таки пельмень тоже ему идет, потому что у этого маленького создания есть пузико. И когда оно вот так вот лежит, то получается, как у пельменя, вот с этих вот двух сторон приплюснуто, а в центре у него толстая пузико. Морщит. Трактор. Кстати, вот эти вот тапочки мне подарила Мария Машкевич. Это было очень ми-ми-ми и у няня. Это, кстати, белки. Поэтому, Машок, спасибо тебе большое. Коту они очень нравятся. А вот то, что происходит за окном. И это очень странное зрелище. Я несколько дней уже не выхожу из дома. И как-то не хочется. Я просто представляю, как я буду идти по этому на работу, и так не хочется, боже мой. Вот так вот смотришь, и здесь просто лес идет, и вспоминается песенка из «Холодного сердца», а за окном уже сугробы, и так далее. И просто вот ты смотришь и понимаешь, что да, наконец-таки зима, все круто и все замечательно, но как же не хочется 5 дней в неделю... 8 утра хреначить вот на работу по всему вот этому. Что тебе? Что тебе надо? Что тебе снадобило? Я, кстати, поменяла расческу. Была у парикмахера. И она мне посоветовала, чтобы кончики были не сечёные, купить расческу с натуральной щетиной. Вот, поэтому... Развлекаюсь как могу, здесь торчат эти пластиковые зубчики, но все остальное это именно натуральный ворс. И хочу сказать, что да, действительно, она не так дерет кончики, и есть надежда на то, что мы уберем мою сечённость. Вот так вот выглядит уголок нашего котика. Мисочка голубенькая с водичкой, мисочка с кормом, крышечка с каким-нибудь ништячком и 2 лотка. Он у нас периодически промахивается, поэтому лоток это у нас сейчас такая тема животрепещущая, но все-таки он умудряется ходить и в тот, и в другой, причем как бы справлять свои большие дела, он предпочитает большой лоток, а это его импровизированная игрушка. Что ты делаешь? Что ты делаешь? О боже мой! Вот, он вообще очень игривый в силу возраста. Ему только дай повод. Может быть, кто-то из вас помнит, что видео с распаковкой одной китайской посылки для творчества пришла вот такая заготовка на часы. Собственно, вчера до 2 ночи я сидела и ее заделывала. Вот, в итоге это теперь фиолетово-белые часы. И у них отдельные элементы, украшенные блестками. Было весело возиться с механизмом, но все-таки это удалось. Они даже ходят. Я не мастер какой-то сверхъестественной росписи, но, по-моему, вышло очень даже неплохо. Часы на кухне сочетаются со столом, который тоже бело-сиреневый, правда, сейчас он под скатертью. Вот, и у него на крышке тоже бабочки. Стол был абсолютно старый, так сказать, никому не нужный, на выброс, но мы решили его заделать, и теперь он такой модненький. Нет, он очень милашечный ест. Так лучше, он как-то скукожился. Колобкообразование пельменя. Блин, такая морда. А это мой завтрак. Большая круженция чая, бутерброд с икорным маслом, имитация икры моя и все такое. Бить бутерброд, короче.
печенька и шоколадинка. А еще тут с Хэллоуина остался вот этот вот джек. То ли снег идет, то ли дождь. Знаете, вспоминается песня, кстати, очень холодно стоит, «Торба накручен, друг». Вот, послушайте ее, прям вот, подходящее настроение. Нужно сейчас стереть ногти и снимать видео, а также по возможности выполнить часть заказов наконец-таки. Моя мастерская, наверное, была в какой-то заморозке в течение, может быть, месяца или даже двух, потому что все вот эти вот переезды, какие-то изменения, все это, конечно, сказывается на работоспособности, и, к сожалению, не было возможности творить столько, сколько хотелось, плюс еще эта гребаная работа, на которую пришлось устроиться. Не скажу, что была особая крайняя необходимость. Вот, скорее, это было некое давление со стороны мамы. Вот, но пока что вот приходится быть неким логистом. И хочу сказать, что это, конечно, не мое. То есть ни экономист, то, на что я училась, ни логист, более такая, ну, более творческая, хотя, конечно, это очень громкое слово для вообще подобной работы, специальность. Это все, конечно, даже близко не стоит с тем, чем мне хотелось бы заниматься. Тем более, знаете, это так странно, когда ты всю жизнь работал в продажах, когда ты общался с клиентами, у тебя было вот это вот живое общение, там ты куда-то ходил, что-то делал, кому-то что-то объяснял, консультировал. Я не буду говорить слово «впаривал», потому что, ну, многие продажи – это, по сути, впаривание, но это не ложится на мой характер. Я никогда именно впаривать никому ничего не впаривала, прошу прощения за тавтологию. Я всегда старалась именно проконсультировать человека, и если он понимал, что ему это надо, он делал покупку. Если же он понимал, что это не его, как бы, то да флаг в руки, как говорится. Вот. А тут абсолютно другая офисная работа, где ты почти не общаешься с людьми, причем, в принципе, действительно со всеми людьми, потому что и с коллегами по офису ты много не поговоришь, у тебя сидит рядом начальник, который бдит, и для которого рабочая дисциплина должна быть исключительно рабочей. Плюс коллеги как-то, ну, не очень настроены тоже с тобой разговаривать. Не потому, что ты плохой человек, ну, просто они такие по характеру. Вот, и в итоге 9 часов, 5 дней в неделю ты сидишь за компом, как просто полное УГ, и делаешь какую-то нудную работу по сортировке, по отбору. Я понимаю, что в силу того, что я еще пока что дно, навыков толком нет в этой специальности, такая работа мне, собственно говоря, и поручается. Но это не меняет того, что она скучная, нудная и дико неинтересная. И когда я думаю о том, что я могла бы сделать за это время, находясь дома, мне становится очень грустно. Потому что, находясь здесь, я бы сделала бы больше чего-то полезного. Те же съемки видео, те же заказы, то же творчество. Мне этого дико не хватает, и мне не хватило периода, знаете, отдыха. Да, казалось бы, Вика, ты проотдыхала все лето, там вот в сентябрь, но именно отдыхом я это не назову, потому что, ну, как-то так вышло, что вот июнь месяц, там экзамен, сессия, защита диплома и так далее. В июле первые 2 недели, честно говоря, не помню, чему были посвящены, но какой-то разгреб дел, что-то такое вот. А вторые 2 недели, да, у меня вот был хоть какой-то такой отдых, но отдых был активный, то есть какие-то поездки, мероприятия, то есть не просто овощем на диване. Чисто физически напрягаться-то пришлось. В августе у меня была поездка в Питер.
приезду снова разгреб мастерскую и так далее. А в сентябре вначале у меня была Ялта, и в итоге как бы я приезжаю, и мне мама начинает клевать мозг по поводу того, что у меня нету работы, и это очень напрягает на самом деле. Я пыталась объяснить этой женщине, что так-то и так-то мне очень нужен отдых, но она спросила, типа, ну и сколько я собираюсь отдыхать, я вообще, типа, такой лентяй, ничего не хочу делать, хотя это далеко не так, и пришлось что-то найти, чтобы она успокоилась, причем такое, что ее бы устроило, а не меня. И каждый день теперь, когда я прихожу на работу, кажется мне какой-то каторгой. Не знаю, что с этим делать, потому что посмотрю рынок вакансий и пока ничего интересного для себя не нахожу. Вот. Так что вот такие вот пирожки. И еще на работе, когда выдается какая-то свободная минутка, сижу, пишу для вас сценарии к видео. Вот, в этой тетрадке, может быть, кто-то из вас ее припоминает. Вот, и, собственно, здесь всего уже много понаписано. Это вот ваши запросы, которые вы оставляли. Ну, такие наиболее интересные, как мне показалось. Вот, и это уже расписанные сценарии, о чем говорить. Так тезисно, не подробно, так вкратце. Вот. Ну вот, наконец-таки я в более или менее презентабельном состоянии. Можно начать снимать видео. Вот. Наконец-то, боже мой, я так соскучилась по этому. Знаете, вот сидишь там своими делами, занимаешься, работаешь. И тут вот это вот, такие вот сообщения вот приходят, да, вот особенно вот такого характера, такая, знаете, истерика истошная у ребенка. Вот не люблю после такого не то, что там в друзья добавлять, отвечать там, а вот хочется просто, знаете, вот забанить страницу, и чтобы оно тебе больше не надоедало. Ну, некрасиво же. Сейчас покажу вам одну магию. Вчера случайно вечером увидела. Думала, кстати, что просто кусочек полимерной глины, который, ну, такого цвета слоновой кости. Оказалось, что нет. Оказалось, что он люминесцентный, такой же, как мой лак для ногтей. Вот. И ночью он светится. Он меня немного напугал. Но, так сказать, ничего страшного. Мы люди не слишком пуганые. Сейчас свет вырублю. Сейчас. И еще чуть-чуть. Я думаю, он достаточно зарядился. Ого! Смотрите, какой ништяк. По-моему, вообще просто классно. Это магия. Это магия вне Хогвартса. Здесь, видите, он, ну, не прогрелся, не просветился лампочкой. Он, ну, не сильно светится. А вот где падал открытый свет, только посмотрите. Вот хочу с ним мастер-класс вам отснять какой-нибудь. Пара идей уже есть. Ой, на балконе очень холодно. За окном все так же лежит снег. Под ногами начинает образовываться вот эта вот ненавистная мной грязь. Но некий романтизм во всем этом присутствует. А вон там, далеко-далеко, вон там, горят огни той части города, где я жила до этого. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, домашний влог, которых не было уже давно, был вам интересен. Я не знаю, насколько у меня сохранилось умение снимать именно влоги, потому что этого не было очень давно. Спасибо большое. Всего вам самого-самого хорошего и до новых встреч.